Сегодня 17 сентября, первый день трехдневного голосования по выборам нового состава Государственной Думы и Московской областной Думы. Наша съемочная группа в школе номер 4 имени Климука. Здесь расположены сразу три избирательных участка. Термометрия, дезинфекция рук, соблюдение социальной дистанции, маска на лице. Теперь это обязательные атрибуты выборов. Поход на избирательный участок ради государственного дела не должен быть омрачен последующим больничным. Как никто, это понимают медики. На участок номер 3415 пришел голосовать заслуженный врач России, почетный гражданин городского округа Щелково Виктор Манохин. Конечно, это день знаменательный для нашей России. Хотелось, конечно, чтобы Дума, вновь избранные депутаты, в этот состав вошли бы квалифицированные, умные, деловые, болеющие за свою родину люди. Позитивно оценивает Виктор Николаевич достаточно новую процедуру трехдневного голосования. Прийти и выразить свою гражданскую позицию успеют все, кому раньше по каким-либо причинам одного дня не хватало. Сам он отправился на участок после приема в поликлинике. Я считаю это правильно. Почему? Потому что не секрет, ведь некоторые люди работают посменно. Они бы хотели пойти голосовать, но не могут. Когда три дня, люди приедут с дач, придут с работы, те, которые работают сменно. Я думаю, что это надо было бы давно сделать. Напомним, в Подмосковье совмещены избирательные кампании федерального и регионального уровня. Избиратели получают по 4 бюллетеня, 2 по выборам в Госдуму и 2 в Московскую областную думу. С фамилиями кандидатов можно ознакомиться на избирательном участке, если вы не сделали этого заранее. Не забудьте взять паспорт или заменяющий его документ. Участки работают в пятницу, субботу и воскресенье с 8 утра до 8 вечера. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.